Привет-привет, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами поговорим о цвете волос. И именно тот вопрос, который мне чаще всего задают в комментариях и в личных сообщениях, и мои друзья, и знакомые, и незнакомые люди задают вопрос, как я вышла из черного цвета в такой вот светлый медовый оттенок. История очень долгая, на самом деле. Сначала было принято решение, и оно было очень сложное, потому что меня все парикмахеры, просто все в один голос пугали, что я сожгу волосы, что все будет ужасно, и лучше не делать этого. Но настолько мне уже надоел черный цвет, и что я решила, что будь что будет, волосы не зубы, если что, вырастут заново. И в прошлом году, то есть прям за месяц до Нового года, началась вот эта процедура, которая называется смывка. Начала я ее делать неправильно. И я хочу специально вам рассказать об этом, чтобы вы не повторяли мои ошибки. Потому что мы начали делать это в домашних условиях. То есть я нашла девочку, которая немножечко парикмахер, ну не то, что прям вот профи. Вот. И тот состав, который она мне сделала первый раз, он получился так, что черный цвет смылся пятнами. То есть местами это был черный цвет, местами какой-то красный, местами с рыжиной. То есть я была как леопард, вся пятнистая. А после первого раза волосы как бы не пострадали. То есть, так вот, я даже особо не заметила каких-то изменений. Второй раз она сделала более сильный какой-то состав. Честно говоря, я не знаю, что она намешивала, я даже не буду ее спрашивать, потому что вам этого делать точно не надо. И получилось так, что волосы смылись, уже смылся вот эту пятнистость, и они стали просто какие-то рыжие, но все равно где-то пятна темно-коричневые какие-то остались, где-то в красноту. Ну, то есть это был все равно неровный цвет абсолютно. И что я заметила, что, к моему ужасу, то, что волосы, особенно мокрые, они стали совсем другого качества. То есть они стали тонкие. То есть я сразу заметила, что они как будто бы вот становятся такие безжизненные. И при том, что была большая ошибка, маленький перерыв. То есть надо же было выждать хотя бы там месяца 2-3, делать следующую смывку. Ну, я так думаю. Ну, на самом деле мы не ждали, а сразу мне не терпелось быстрее выровнять цвет. Волосы пришлось немножечко укоротить, то есть они у меня были очень длинные, если вы посмотрите по фотографиям, а сейчас они уже вот такие короткие, вот они уже тут раз и заканчиваются. Волосы пришлось, конечно, чуть-чуть укоротить, но это не самое как бы страшное. Страшно то, что пришлось делать 5 процедур, 5 по смывке, прежде чем получился тот цвет, который я хотела. И на протяжении вот этого периода, то есть получилось примерно где-то сейчас 10 месяц уже, октябрь, больше чем полгода ушло на то, чтобы волосы стали приемлемого качества, более простые процедуры в уходе уже, и элементарно даже просто их стало легче расчесывать. Сейчас расскажу. Вот сейчас вот тот цвет, который у меня есть, я им довольна, просто очень довольна. И сейчас расскажу, как я спасала свои волосы от того, что они вот такие были неуправляемые, то есть тонкие, их нельзя было расчесать. То есть, это вообще атас. Меня спасало все. Во-первых, давайте начнем с мытья головы. То есть я брала себе профессиональные шампуни и бальзамы. Мне нравится серия Hair X. Именно вот шампунь для поврежденных волос, там увлажняющий. То есть я рекомендую брать такой, либо для окрашенных. Но я просто сама не очень люблю шампунь для окрашенных. Он мои волосы как-то утяжеляет. Наверное, там очень много питательных компонентов, чтобы защитить волос, обволакивает его. Но мне это не очень нравится. И потом, недавно уже совсем, я открыла для себя вот эту серию медовую. Она действительно такая мягенькая и очень хороша для сухих волос. А волосы после смывки, они реально становятся сухие. То есть они вот прям вот такие вот, не рассыпаются, как раньше у меня волосы были. Я бы их сейчас назвала, наверное, как конская грива. То есть они просто рассыпались, как шелк, такие крепкие, упругие. Вот, сейчас, конечно, они стали совсем другие. Меня спасал CC-крем.
CC-крем. В общем-то, очень даже интересный продукт. Он хорошо напитывает волосы и облегчает расчесывание. Хорошо прям помогал. Потом, что я хочу сказать, маски. Я брала маску медовую или тоже для поврежденных волос такой вот банки серии HRX. Больше хочу что добавить. Мне парикмахер порекомендовала купить маску в профессиональном магазине, специально вот для того, чтобы разглаживать волосы, чтобы облегчить расчесывание. Но я могу сказать, что она, ну, достаточно дорогая, дороже, чем маски Oriflame, но я не заметила такого, что прям вау, вот это да, нет. Но как бы мне показалось все-таки, что важно менять. Не сидеть на одной маске, а, например, взять сначала для поврежденных волос, потом медовую, потом для окрашенных, потом, да, вот как бы выбирать маски, те, которые есть в каталоге, и просто их чередовать, чтобы не было все время одно и то же, потому что, не знаю, то ли эта смена позволяет заметить разницу, то ли действительно волосы как бы напитываются, привыкают, и их надо как бы вот так переключить. Может быть, это я не знаю. Далее, меня спасали масла. Сначала это было масло Элио, такое желтое, и именно вот такое в пластике, а не в стекляшке, где вот распыляет, потому что там оно такое более легкое, невесомое. А для сухих волос это реально вот как губка впитывает. У меня флакончик улетал за 2-3 недели, потому что после каждого мытья головы я выливала на себя целую ладонь, а может даже и две. То есть он просто, кажется, только налила, все ушло, опять добавляю. Особенно на кончике я много-много наливала масло, давала впитываться. И, кстати, я старалась не сушить волосы феном вообще, а давать им высохнуть самостоятельно, чтобы и масло напиталось, и не пересушивать волосы, потому что они и так после стресса. Так вот, после того, как вышло масло ночное, ну, может быть, у меня уже волосы восстановились, но оно мне сейчас нравится больше. Я не говорю по аромату, однозначно здесь аромат более приятный. А именно мне нравится, какой эффект на волосах после этого масла. Они реально круче, по ощущениям, намного круче, чем вот это масло. Хотя оно тоже такое же густое, как это. Ну, не знаю, оно лучше впитывается, оно намного легче, и волосы после него более гладкие. Вот это я заметила. Потом меня спасала вот эта сыворотка, кстати, закончилась, сейчас в пустые баночки, я новую достану. Разглаживающая сыворотка HRX, она для кончиков. То есть я сначала наливала масло, прямо обильно масло. Потом я сушила волосы, когда они высыхали. Я на кончике еще наносила несколько капель этой сыворотки. Она помогает собрать кончики вот так в одно, как сказать, в одно полотно, чтобы они не топорщились. И тоже улучшают расчесывание волос. То есть перед расчесыванием я добавляла еще вот эту сыворотку. Она просто, ну, прям конфетка. Я ее все время прям вот всегда заказываю. У меня дочка ей пользуется, я сама. Далее, по расческе. Вот эту расческу я для себя открыла совсем недавно. Это расческа для распутывания волос. Я не знаю, почему я ее не взяла раньше. И я не могу сказать, что она намного круче, чем наша массажка, нет, но разница есть, она лучше, чем массажка, распутывает волосы, но все равно я не могу только ей одной расчесаться, я сначала ей распутываю волосы. Кстати, как я это делаю, я делю волосы напополам, сначала вот так вот на проборчик, и начинаю вот так вот брать по одной прядочке, аккуратненько, и снизу, с кончиков, мягонько, так аккуратненько я волосы расчесываю. Вот так вот я делаю, немножко вам показала процесса. Мне показалось, что вот эта вот расческа, она лучше, но, как я читаю комментарии, не всем она нравится. Говорят, что есть расчески в профессиональных магазинах, которые лучше распутывают волосы, более эффективны, но они будут, конечно, стоить немножечко подороже. То есть ценник у них будет где-то в 3-4 раза выше, чем у этой расчески. Ну, поэтому, если есть возможность, надо, конечно, взять что-то получше, я так думаю. Но я про них не знала. Далее, вот масло с авокадо тоже прикольное, прям
такая процедурка, когда на чистые волосы наносишь масло, и оно просто впитывается, и волосы тоже улучшаются. Почему я вот вам про все говорю? Опять же, то, что должна быть смена. Не все время вот масло, масло и масло. Вот оно как бы приедается, и волосам тоже. Это вот как мы, наверное, если будем на завтрак, на обед и на ужин кушать только щи или одну кашу. Ну, честно говоря, ну пару дней мы так продержимся, потом уже просто будет дурнеть, да, нам от этого, и захочется разнообразия. Вот то же самое здесь, волосам нужна какая-то смена, поэтому я то одно сделаю, то другое. У меня открыто сразу где-то 3-4 шампуня, пару бальзамов, маски две открытые на ванной, то есть у меня полный стеллаж вот такой подвесной, там все для волос. Поэтому мне это очень нравится, я понимаю по волосам, что это эффективнее. Далее, по поводу витаминок, смотрите, у меня тут открытые пачки, а это старая упаковка, Нутрикомплекс, я сразу стала активно пить, прям активно, витамины для волос, прям закупила несколько пачек, потому что я понимаю, что надо, чтобы быстрее сросло это сожженное полотно и начали расти уже как бы свои волосы, будет легче и голове, и как бы волосам. Если волосы очень длинные, то я рекомендую снять длину немножечко, чтобы облегчить жизнь волосам, потому что им и так стрессово, им и так тошно от того, что их там, ну, подожгли как следует, измучили. Но и надо, чтобы они начали расти быстрее. И я просто гарантирую, что если вы будете каждый день пить по 2 таблеточки Нутрикомплекс на протяжении 2-3 месяцев, вы увидите, как у вас изменятся волосы. То есть у них меняется и структура, и как они сидят на голове. То есть у меня волосы не выпадают, они у меня только обламываются. Я специально прям вот смотрела на свои волосы, даже когда я мою голову, у меня нет выпавших волос, мизер. Потому что я усиленно стала напитывать волосы специально. Ну да, они обламываются, потому что низ сожженный больше, чем верх. И, естественно, потому что здесь и так волосы мертвые, здесь они более крепкие, более сильные, а эти-то уже сколько живут, давно. И Wellness Pack обязательно, то есть я, и не только я, это рекомендовано на сайте от создателей Wellness, рекомендуется Wellness Pack и Нутрикомплекс вместе принимать, потому что усиливается действие Нутрикомплекса. Он же нацелен только на волосы и ногти, а Wellness Pack усиливает этот эффект. Далее, по поводу краски. Я сначала не могла в Oriflame подобрать себе нужный цвет. Я замешивала, когда, может быть, вы смотрели видео, у меня был там такой рыжеватый оттенок волос. Он, кстати, на каждом видео был разный, потому что я постоянно что-то делала, эксперименты с волосами, подбирали цвет, то мы смывку делали, то просто окрашивание, то мне делали окрашивание от корней сначала красили, потом счесывали, как бы, да, вот это градиент делали, что здесь темнее, здесь светлее. Но на самом деле мне это не очень удобно. Мне больше нравится, когда однотонный цвет волос. И что очень важно, чтобы не было резкой границы отросших волос и окрашенных. Вот мне нужно было найти такую золотую середину, чтобы не было видно отросших корней. Это очень важно. Вот, и смотрите, что я делала. Я брала краску 9.0 и 4.54, медный, как-то там, не помню, как называется, ну, посмотрите, 4.54. Я брала целую упаковку этой краски и чуть-чуть, где-то четвертую часть, 4.54, вот этот медный, я их замешивала, наносила на волосы, и получался вот такой вот рыжеватый, ну, прикольный цвет. Но сейчас я пользуюсь только 9.0. То, что вы видите сейчас вот на моей голове, где-то уже месяц, как у меня было окрашивание, кстати, не смывается, только срастает. И это мне тоже очень нравится, то, что эта краска так, ну, хорошо лежит, как бы не выглядит выгоревшей. Потому что есть некоторые краски, даже профессиональные, которые через несколько помывок волосы выглядят как будто вот такие вот, ну, уже, я не знаю, не блестящие, как-то туманные, я бы так сказала, что нет вот этого живого блеска. Краска Oriflame, мне она нравится тем, что здесь вот масло льна, масло омега-3,
оно действительно делает волос такой прям вух, блестящий. Я вот сейчас открыла красочку, буду ей краситься как раз. И вот как, к счастью, мне подошла 9.0, я просто балдею от нее. Теперь вот сама могу дома краситься. Все очень просто, удобно, элементарно. Даже длинные волосы можно покрасить самостоятельно. Самое главное, здесь прикольная маска для волос. Эта маска-бальзам, я ее просто обожаю. И она классно прям волосы восстанавливает. Хорошая красочка. Я рада, что не приходится пользоваться другими красками, которые меня так не устраивают, как это. Сейчас подумаю, все ли я вам рассказала. Наверняка что-то забыла, но вы задавайте вопросы в комментариях, я все равно общаюсь, расскажу, доскажу. Что важно, хочу сказать вам. Делайте вот эту смывку, если вы хотите из черного цвета выйти в более светлый оттенок, только у профессионалов. Да, это стоит недешево. Уже потом, когда я ходила в парикмахерскую, да, каждое там посещение стоило несколько тысяч, но зато это мягко, это спокойно, не будет такого стресса для волос, как если делать это не настолько профессионально, как это начала делать я, к своему сожалению. Вот. Ну, наверное, теперь все. И ухаживайте за волосами. Просто не экономьте на уходовых средствах. В Oriflame они очень достойные и стоят, ну, достаточно недорого. То есть можно как бы взять любое средство, 2-3 разных, и их надолго хватит, волосы будут просто кайфовать. Вот, теперь точно все. Все. Если что, пишите в комментариях. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, мое видео хотя бы, да, принесет вам пользу, и вы не сожжете волосы, и будете красотками ходить, потому что волосы это, наверное, можно сказать, номер один во внешности женщины, потому что всегда обращают внимание на роскошную гриву, когда волосы чистые, блестящие, пышные, да, шелковые, это всегда привлекает внимание. И за этим тоже нужно особо ухаживать и ценить. Все, до новых встреч, пока-пока. GoPro Stop Video.